летают инопланетяне. Я такой, чего? Что это такое? Мы будем вроде как устраивать домик и еще что-то рисовать. А что я не знаю? Я сейчас в данный момент стою в Роблоксе. Готовлюсь к другому видео. Тут нам надо, как я понял, бабочку нарисовать. В принципе, это легко. Что дальше? И все. Мы получили звезду. У вас тут все в прямом эфире. Мы хотим никого. Сейчас у меня ночь, как вы видите. Надо лучше кровать сменить. Давайте вот такую шикарную. Ну, сказать, ты еще допишь, ты это вот. Ну, а задание отремонтировать там. Пошлите играть. У нас тут еще энергия, поэтому видео, ну, по ней будут выходить, когда люди там. Так, бомбочки. Делаем вот так вот. А что, еще где-то есть? Ну что, кто-то есть? А, вот. Сюда, сюда, сюда. Дальше, куда еще? Куда еще? Здесь где-то, наверное. Надо давайте вот эту вроде пять. Вот так. Фигнерка. А вот. А вот еще пятая. Вот шестое. Дальше. Шестое. А нет, восьмое дальше. Восьмое. Вот это мы быстро все выполним. Так. Я только считаю, понял, где было. Это четверка. Так. Вот это, вот это, вот это. Дальше у нас вот это, вот это, вот это. Вот это, вот это, вот это. Вот это. Вот это. И вот это. Все, мы нарисовали. Поснизить, чтобы продолжить. Да, ну, не. Кстати, я заметил, как-то предыдущее видео наше с Танилом хайпануло, и мы снимем вторую часть, когда когда Данил не придет ко мне. Нет, отмена, отмена. Давайте вот это новое. Так.
Так, нам надо вот это. Заготовку. Ну, очень сильно хайпанул, ну, там где-то 400 комментариев, ну, там где-то 300, конечно, это спавных или даже что-то побольше, да, нет. Они хотя бы спамили не как те. А вы лучше там. Я перемотаю. Короче, что я говорил? Я говорил то, что они хотя бы спамили только на своих комментариях. Вот хотя бы за вот это им спасибо. Потому что я не люблю, когда спамят, просто вот так вот. Но если спамите, то хотя бы в своих комментариях. Ну, короче, там много спамных комментариев. Нам не хватает на этот пол, а я его хочу. Ну, давайте вот этот. Ой, минуты. Это мой рисун. Хорошо. Хорошо. Дэн. Что? Вот это да. Вот это да. Конечно, я нахожу. Мне эта штука совсем не нужна, потому что я вот так вот просто нахожу. Быстро. Это как будто на время. Все. Легко и просто. Да блин, опять это вынужу. Я, наверное, на 10 минут или на следующей вот этой катке. Я пойду там проверю, там просто надо еще очищать инвентарь. Еще надо 1 000 000. Давайте выберем, пожалуй, такой. Если что-то можете ставить на паузу и читать. Вот так вот нужно. Это еще что я хотел спросить. Вы хотите, чтобы я, ну, когда прошел это видео, я снял такую же версию, только уже там буду выбирать другие варианты ответов и. Я это. Я там, наверное, уровни не буду показывать, но потому что вы их уже видели в той версии. Я просто покажу другие варианты ответа. Так. Не зря меня прозвали Соколиный глаз. И
день прочтения у двоюродного брата. Что еще есть? Идет вычисление, идет вычисление. Да что тут его надо? Что тут еще ближе? А, во! Еще есть! Еще ближе. Надо еще меньше приближать. Да тут нихера не ранит. Только сказал тут, что ты типа того и собирается ничего не выйдешь. Что где опять? А, вот. Так, Дэвид. Одиннадцать. А, так вот где пять было. Я даже не знал, что там будет окошко. Так, давайте еще один уровень и все, будем заканчивать. Так, давайте. Заменяем мебель. О, давайте вот так вот. Как не слышно? Я не знаю, что слово значит, но тут ничего не слишком. Те в самый раз. Ага, ну тогда я спокойно. Давай остальное мы поставим. И напишите еще в комментариях мне читать вот эти, что они говорят. Все, еще быстренько проверю и приду. Все, брат. Нет, еще начал еще монтажить. Получается, да. Как это работает? Ты нажимаешь на это, и там все цвета, я просто не читал. Ну, как я понял, да. Как я это увидел? А что там дальше будет? Если тут уже так много там двигать. Вот сердечко. Сердечко кому-то. Можете отправлять это видео друзьям и сердечко отправить. Или просто кому-нибудь можете отправить это видео, и они посмотрят его, и тут будет сердечко для них. Да много сердечек. Короче, 4 шута тоже так не могу найти. Вин делает вычисление у нас. Сердечко. Всем. Что будет еще? А вот. Они еще есть. Так.
Вот здесь вот. Дальше вот здесь вот. И вот здесь вот. Вот так вот. Короче, давайте вот эту используем, у нас их все равно много. А, палочки, надо палочки. И проверять. Реально надо палочки проверять. Ой, еще сердечко, только зеленое. Да тут много сердечек. Ты видел? Это видео посвящено сердечкам. Сердечко. Вот. Еще где-то. Давай. Вот все. Там было раньше написано, поэтому... Ну вот этот момент был, значит, отправлять, а не простой данный. Награда, вау. Плюс 100 вот эти. Надо брать. У нас 110 теперь. Откуда? Я не знаю. Так, давайте поставим здесь вот, вот такой. В принципе, как у нас там. Поставим. Всем пока-пока, до новых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока-пока, до новых встреч, пока-пока.